Всем привет! Сегодня 9 мая, и у меня вот такая ерунда случилась. Вчера двигал клетки, и перестали кормить птенцов. Хорошо увидел утром. Вообще без зобов сидели. Клювики не открывали, я думал, ну было 5 штук, один все-таки помер. Вот решил их подкормить. Сейчас они оклемались, с утра вообще никакущие были. Не знаю, что случилось, может, птицы там стрессанули. Ну, я, конечно, там двигал, вот, скорее всего, потому что пара у меня вот эта хорошая, они всегда кормят. Ну, вот сейчас их откормил, более-менее вон они и подросли, даже с утра были вообще маленькие, дохленькие. Не знаю, может, будут все-таки кормить, сейчас успокоятся. Я, конечно, не за вот такой ерундой страдать. Ну, жалко мне таких крокодилов. Выросли уже. Ну, сколько им тут, наверное? У меня 3-4. Я даже не видел, что там есть. Если бы случайно не открыл. Сейчас, может, они начнут пищать, и те родители раздобрятся и будут кормить этих крокодилов. Вот этот вроде еще это. Я их кормил где-то полчаса назад. То он нажрался. Такой. Утром они вообще были дохленькие. Клювики не открывали. Зубы пустые, все сморщенные, еще вон натянулись. Не знаю, может, будет. Но вроде сейчас эта самка с самцом так меняются, заходят, греют. Ну, не знаю, посмотрим. Вчера я чуть не обратил внимания. Заходили они, нет уж, поздно был. Друг, а ты что, будешь? Посмотрим, завтра еще выходной. Дальше я не знаю, что делать. Хоть с собой таскай их. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки родители совесть поимеют и будут кормить. Так, водички. В общем, пипетки не было. Это электрическая обжимка у меня тут валялась. Вот так раз набираю. Дружочек. Крокодил. А ты чё? Ты сытый, что ли? Ну, у него что-то есть. Самый здоровый. Утром вот этот один вообще тут крошечный. Прям на глазах растут. Давай, открывай. Молодец. Вот так вот теперь буду знать, когда это лучше. Ничего тут не ширкать, не двигать. Так-то они не боялись, я сколько раз и до этого выводки был. К ним в гнездо лазил, ничего не было. А это из-за того, что муж клетки двигал там с места. Из-за этого напугал. Такую банду теперь надо охранять. Чё, всё?
Ну вот, видите, желтый. То вообще пусто было, они какие-то сморщенные, ничего не было. Дохленькие. Клювы не открывали еле-еле утром. Потом уже на второй раз более-менее. На третий потом уже хорошо стали. Сейчас вон зубы полные они уже. Более такие. Кормить удобнее все. То утром это была беда. Я думал, все, они уже сдохнут. Нет, тут так оклемались. Что дальше делать с ними? Ну давай, здоровяк. Будешь? До 100 раза еще наелся. Ну ладно, все вроде бы набились. Во какие у них должны были. А с утра вообще никакие были. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Брал я их обратно, вон папаша вылез, ну залез, сейчас посмотрю желтеньких. Ну желтые нормально, я слышал, они вот кормят, орут как бешеные. Синие снесли яйцо одно, самец стал бешеный, всех гоняет тут. Вот утром сегодня одно яйцо снесли. Верно, самка снесла, а он бешеный стал. Всех гоняет. Вот этот вылетел красный, вот самка. Вот что-то они не их тревожат. Вот залезла. Поэтому они не кормят. Ладно, посмотрим желтеньких сейчас. Заодно посмотрим, тут никто у нас еще не снесся. Тут красные. Лазит. Тут и пусто, тут пусто. Сейчас желтеньких что-то. Ну, эти нормальные крокодилы. Видите, в порядке. Должны вылететь скоро. Да? Крокодильчики. Ну, когда я у вас гляну, ух, какие здоровые. Вот там яйцо уже. Или это с того раза, наверное, пятый. Ну, о! Во, уже полетел. Сейчас мы его обратно. Ты куда, блин? Такой шустрый. Обратно прилетел в домик. Все, они уже летают. Больше я сюда не буду лазить. Скорее всего, они уже скоро вылетят. Завтра, послезавтра. Может. Ну, не знаю. Ну, уже он летает, все, он не прыгает ничего. Теперь с теми, не знаю, тех, конечно, жалко, но думаю, все наладится. Еще тут один самец запел, черноголовый, тоже его отсадил. Сегодня смотрю, прыгают все остальные, там точно самочки, здесь самцы. Ну, вот такие дела, все. Что будет с птенцами, выживут, не выживут, будут, не будут кормить. Потом снимусь. Все, пока, все.